Здравствуйте. Я боюсь, там не пропустят. Не, телеграм все пропускает. Комментарии тогда просто взорвались. Лайфхак? Дизель превращается в машину. Да есть щелок, я буду. Да я сейчас полицию вызову. Всем привет местным, кто с Нижнего Новгорода. Буду рад, если вы узнаете какие-то места здесь, улочки вот эти. Сейчас встретимся с Андреем, пообщаемся, там Максим, я думаю, тоже подъедет. Вот Андрей там на кабриолете держится, будет на их проекте крутом. Кстати, такая архитектура, смотрите, да? Домики вообще прикольные. Смотрите, просто вообще идеально для 19 века. Ух. Ровер тоже, братское сердце, обогнал меня. Где-то вот здесь Андрей стоит. О! А! Вот, ребята, приехали на кабриолете. Опа! Здорово! Привет! Вот он ваш, да? Суперкар. Привет. Привет. К нам приехал, мимо проезжал Рома, канал Роман Гоу. Рассказывай давай, как у тебя путешествие твое вообще? Путешествие нормально, особых таких проблем нету. Колесо, проблема с колесом там была, с строением была проблема, какой-то звук появился небольшой. В комментариях шутили, что в дизельную превращается машина. Мимо ехал, решил к ребятам заехать, познакомиться, потому что смотрю тоже с творчеством, как бы знаком. И интересно как бы общаться вообще. Все понятно. Вообще, как тебе наш город? Нравится у нас в Нижнем? Или ты еще не успел пока осмотреться? Да я даже с хостела вышел, и там сразу храм какой-то прям во дворе. Тут тоже, там река, мост, там мост. Ну, очень красивый город. Да, я думаю, стоит посмотреть его. Сейчас будет у нас экскурсия по городу. Ребята мне покажут Кремль, расскажут еще что-то про город. Блин, смотрите, кто у меня в тачке. Недавно ездил здесь с Валерой, с Мишаней. Ездили там по Кировску тоже. Джон, знаете Джон там да, на да, канале? Да. Джон мне экскурсию тоже по городу там проводил. Вот. А сейчас еще в Нижнем Новгороде с ребятами катаюсь. С мутными ребятами. Да, с мутными ребятами катаюсь. Сейчас в Кремль поедем. Да. Так что, дорогие подписчики, смотрите дальше видео и увидите наш Нижегородский Кремль. Не переключайтесь. А это площадь Ленина, памятник Ленину. Вот это здание, это Нижегородская ярмарка. Вот красивое вот это здание, желтое, и он тоже желтый. В общем, здесь местные торговцы организовывали торговлю своей продукцией по суднам привозили сюда и здесь торговали всякой продукцией из других городов. То есть вот это вот как памятник у нас теперь. У вас здесь много церквей, да? Да, у нас в городе очень много церквей. Даже, в принципе, так вот даже трудно запомнить название. Как первое впечатление от машины-то, ребят? Машина вообще класс, хоть она и старая. Спокойно, но нормально, мягкая машина такая. Ничего не дребезжит такого. Конкретного нет ничего. Все в порядке. Я же говорю, сейчас, может, и договоримся. Будет еще одна наклейка. У вас есть ваша логотип? Наклейка? Нет? Надо бы сделать, но что-то мы как-то стесняемся. Нас и так узнают в городе. Едешь уже, пальцы вверх показывают. Да? Конечно. Ну, его машина Нива знаменитая. Так ее легко запомнить. Не только на Ниве, но еще на Киеве я ездил. Уже и Киев выучили уже. Ну, кабриолет, я думаю, у вас вообще будет. Вы его не планируете продавать? В следующем году, наверное. Бомба будет вообще. Вон слева, видишь, уже виднеется Кремль, там туда. Ребята, у вас как город связан с оленем? Скажите, у вас хоккейная команда символ оленя? В городе тоже вот этот символ. Макс, ты знаешь, нет? Я что-то здесь направлено. Не знаю, почему с оленем. Вы за хоккей не болеете, Торпедо? Нет. Нижегородская. Ни футбол, ни хоккей я не интересует ни болельщик. В общем, олень это герб Нижнего Новгорода. А, вот так вот. Все, теперь будем знать. Вообще архитектура у вас очень интересная. Нет, это я знал, а я думал, что-то не догнал, просто что-то про олень тут раньше разговаривал. А ты знал это? Ну герб-то, конечно.
А, то просто ты не знал, почему именно олень, да? Да нет, не в том смысле, да. Он не понял вопрос. Вопрос не понял просто, да. Ага. Понятно. Архитектура, вот интересные домики такие. Не просто серые вот эти поналепленные девятиэтажки, а вот именно всякие вот разные. То есть это у вас сколько лет города? С 1700 какого? 1221 основан. У нас-то городу Новосибу 127 что ли лет. Вот здесь слева речной вокзал, здесь у нас пароходики, ящики все. Волжское пароходство? К Тамаре поедем? Поехали, какие проблемы? На массаж. У меня еще одна петличка есть, если что. На нее повесить? Ну конечно. Чтобы она комментировала ситуацию? Да. Я боюсь, комментарии тут будут излишни. Ну это для телеграм-канала, да, уже будет? Я боюсь, там не пропустят. Не, телеграм, телеграм все вроде бы пускает. Да? Да. Это специально же туда выкладываешь, чтобы не удаляли ничего. В Хибинах, значит, экскурсии проводили мне сейчас на Волге. Ну там проводил тебе настоящий историк какой-то. Джон, да. Он разбирается, так конкретно подготовлен. Мы-то вообще, в принципе, так и не особо готовились, даже и не знаем. Половину. Половину не знаем, да, историю. Живем там в своем гараже. Купаетесь в Волге? Ну да, вот недавно туда сплавали. Тут пляжи какие-то есть, да? Ну да. А в Оке тоже? И на Оке есть, конечно. Я вот недавно вот там, вот на том берегу купался. Мы туда на яхте плавали. Какие-нибудь встречи с подписчиками проводите? Пока не организовывали ничего. Так-то у вас аудитория огромная уже? Пока все в планах. Так подписчики постоянно встречаются где-то в магазинах, на заправках, на дорогах очень много встречаются, фотографируются, фоткаются, да. Но я, если честно, я не ощущаюсь себя каким-то там знаменитым или еще что-то. У меня нет такого, что я вот, а там пишут в комментарии, да ты там совсем зажрался, ты там разбогател, там уже все, там не обращаешь внимания, там еще что-то. Я просто еду по своим делам, и когда кто-то меня там пытается обогнать, там, помаячить рукой, я, ну просто я, как говорится, рулем занят, я смотрю на дорогу, я не могу обращать на всех внимание. Через раз, вот если я еду на своей, особенно Ниве, это прям ага. через там три машины уже все знают, что-то за ним там едет, гнилая. И кто там не сидит? Что там за рыжий чел сидит там в этой машине? Ну понятно. Но сейчас пока вроде пробираемся нормально, никто нас пока не узнает. Да? Шашлыка, да, шашлычок. Поеду, развлекусь с вами. Ремонт машины. Счастливо. Сейчас прокачусь на такой крутой тачке. Кабриолет. Белоснежный, с белым салоном кожаным. Причем купленный за небольшие деньги. Смотрите, просто шикардос. Черный потолок, белый салон. Ну что сказать, классная тачка. Особенно, повторюсь, за свои деньги. Так, значит, у ребят в гараже. Вот смотрите, вон белок стоит, вот наш черныш стоит, вот Андрей стоит, вот товарищ. Свечи решил от нагара почистить пораньше, не ждать, пока уже затроит, раз уж тем более в гараж приехали. Две уже поменял, сейчас покажу за 500 километров, вот, ну небольшой нагар. За 2000, конечно, там просто они были обросшие вот этим нагаром. Сейчас сделаю это и потом
у нас подкрылок на очереди тоже там на саморезы или на стяжке что-то как-то надо придумывать по этим, по лайфхакерским технологиям, как обычно. Ты неправильно говоришь, не лайфхак, а лайфхак. Лайфхак? Не, лайфхак это... Как Макс говорит, лайфхак. Лайфхак. Сейчас я вам покажу. Лайфхак. Я думал сначала балка какая-то, а он уже сверху так немножко надо открываться с этой ржавчиной. Я его раз... Меня вниз потянуло. У меня же отгружено, как я плыву, как это, как говно плаваю. Захочу, утоплюсь, захочу, всплыву. То есть плавучий. Нейтральный плавучий, да. А это я за лом схватился, я думал, он это с таким звуком вылез из этого земли, как будто, знаешь, меч из ножен достаешь, такой звук. Такой же звук. Камняк, что ли, он там? Нет, там песок и камни. Нифига себе, кто его тут? У меня были предположения. А мы ехали к теще в деревню на юбилей. Я, короче, его вытащил. Прям, не, я же даже видос, я видос заснял. Я говорю, блин, а выкинь нафиг он нужен. Я говорю, ты че? Я говорю, это же лом. Это настоящий лом. Я говорю, да. Охренеть. Я по 5 по 7 килограмм вытаскиваю. Нет, по 5 по 7 за штуку. Ой, за этот, общий вес. Ну, сантиметр. Двушка я померил. Ага. Это он здесь вот у нас, в городском озере. Да. Представляешь, какие щуки в городе водятся? Так понимаешь, дело в том, что ты ее на удочку не поймаешь никогда. Она сидит на дне. У нее же у нее жратвы там вагон. Я вчера вот плавал один. Я просто выплавал еще, у меня фонарь зарядился. Фонарь заряжается, все. Уже попробуй выключить в темноте фонарь. Все, паника, фонарь включаешь. Все, видать. У нее там жратвы вагон, там малька этого, и ты хер когда достанешь, она спиннинг на сеть, она лежит на дне. Это я вообще вот этот пузатый, я увидел бока. Обычно щуку ты сверху никогда не увидишь. Она бревном-бревном. Скировка. Да, она бревном-бревном лежит, ты ее не увидишь. Если только хорошая прозрачность, и если уж ты совсем можешь отличать. А так, смотри, у нее пузо прям вот такое, она лежит, я... Что-то наело и это, переваривает. Я ее бамс. Снял на куканчик, раз. Куканчик. А это, ну, спорол ее, что там? Не, я отдаю 10. Он спорол? Он, короче, мне котлет привозит. А, готовый продукт. Да. А что, он каким-то теткам дает? Они там перерабатывают. Да, перерабатывают. Я попробую котлеты. Прям, я говорю, что такое мясо? Нет, твоя рыба. Прям без костей, без чего. Я говорю, давай. Вот сегодня я ему отвез партию, давай полный морозильник. За долю, за ней, да, обрабатывают. Да, ну я понимаю, я удовольствие получаю. Мне, я, что есть рыба, что нет, мне без разницы. Я езжу, получаю удовольствие. Вот как ребята металл ищут, я тоже у них сегодня спрашивал, есть азарт? Ну, когда да, ты идешь, да, есть. Да. Удовольствие тоже получаю. Трап, когда выкапываешь, да. Гусь от гусеницы. Да. Все починено с использованием пластиковой стяжечки мощной, с использованием смекалочки. Сейчас все нормально. Бачок прикрутил. А, кстати, воды можно литр где-то налить будет. И масло надо будет подлить. Так, что еще у нас получается? Мясо мы покушали, чаю попили. Андрей очень гостеприимный. В гараже тут хорошо, светло. Теперь я буду смотреть видосы, ребят, и вы уже знаете, что я был здесь, в этом гараже, как тут вообще такая обстановочка, ауру, так сказать, ощутил. Вот. Моросит дождик, но мы все равно решили шикануть. Раз крыша снимается, надо все это дело посмотреть. Вот, смотрите. Шикануть в дождик решили. Да. Отстегивается, получается, вот здесь, да? Опа, из кнопочки. Пожалуйста. Дождик ремень свистит. А я никак не могу подтянуть, там болт обломился. А это что здесь? Это просто стоит он, да?
нет. Просто он так это выделяется, как будто он отсоединяется и там что-то вылазит еще. Да. Вот так, в общем, эта крыша выглядит, да? Когда сложена. Опа, ну это вообще лакшери. Химчистку легко делать, да? Просто стоишь и чистишь, да? Плюс такой я нашел. Напруга пошла. Да, на генератор. Все, да? Там внутри есть крючки, зацеплять надо. О, научился пользоваться кабриолетом. Крючок. Ну все, в гостях хорошо, а как говорится, дома лучше. Подписывайтесь на канал Мутные Замуты, оставлю ссылочку в описании на ребят. Ну вы, я думаю, сами все их знаете прекрасно. Ребята, ну а с вами я еще не прощаюсь. У нас еще есть одно здесь дельце в Нижнем Новгороде, которое хотелось бы провернуть. Для тех, кто не в курсе о предыстории следующего сюжета, поясню. Около года назад у ребят на канале в одном из роликов мелькнула реклама массажиста, точнее массажистки. По имени Тамара. Кто смотрит канал, прекрасно знает, что комментарии тогда просто взорвались. Все требовали, чтобы Макс срочно ехал на массаж к Тамаре. Но это такой самый распространенный вариант был, ну и самый адекватный. Там много было комментариев всяких разных. И эти комментарии продолжаются до сих пор. Ну и я, соответственно, как зритель тоже всю эту картину наблюдал и тоже пару раз там всякие шуточки писал по поводу Тамары. И вот сейчас, когда я сам в Нижнем, грех самому как бы не посмотреть, что за Тамара такая. Кстати, тогда помимо взрыва в комментариях, как оказалось, практически взорвался телефон этой массажистки. Ребята, самые активные подписчики, самые позитивные и креативные, разумеется, начали атаковать телефон этой массажистки. Из рекламы он резко пропал, но в сердцах подписчиков эта ситуация осталась навечно. И до сих пор, практически год уже прошел после того видео, абсолютно в каждом видео вспоминается этот случай. В общем, не без труда выцеганил я телефончик. Сразу скажу, съемка не согласованная, о камере там ничего не говорил, потому что, насколько я понял, там никто сниматься не хочет. И если бы хотел, давно бы уже все сняли. Но попытка не пытка, как говорится. Привет, Сири. Какой курс биткоина на сегодня? А еще в апреле он стоил всего $5000. И есть те, кто очень хорошо зарабатывает на изменении этого курса. Если ты хочешь тоже хорошо на этом зарабатывать, но ничего не понимаешь, как я, например, тебе поможет компания FTC. Это инвестиционная компания, которая не так давно вошла на российский рынок, но уже имеет лидирующие позиции в Рунете. В надежности компании не стоит сомневаться, более 200 тысяч участников не могут ошибаться. Просто пройди по ссылочке в описании, вноси от 100 рублей и начинай зарабатывать. От себя я пятихаточку уже закинул. Здравствуйте. Я так просто для себя. Я вот себя буду снимать. Можно? То есть вас не будет видно даже. Я знаю, откуда вы. Какой-то блогер, ты какой-то неправильный. У тебя как канал называется? Съемка запрещена, говорю, нельзя. Да я все замажу, все там в кубиках, в квадрате как будет. Нет, нет. Дисклеймер нет. Там сделаем, все как положено. Да я сейчас полицию вызову. Блин. Убирайте. Давайте так, сейчас я уберу, если там не договоримся. Я все вырежу, лица не будет видно, телефона не будет видно. Все будет конфиденциально. Я рассекречивать вас не буду. Плачу по двойному тарифу. Так, все нормально, договорился, в общем. Все для вас делаю, пацаны. Сам бы никогда не писанулся так трешку спустить за полчаса. Парковкой тут, конечно, у вас это. Мне повезло, по-моему. И то, я не знаю, там, может, банку с огурцами скинул, там во дворе припарковался в каком-то. Это как называется, массаж тайский, да?
Я делаю массаж энергетический на основе разных техник. Вот у меня свои авторские методики. Я наполняю тело там жизненной силой, гармонией, умиротворением. Смотрю, где зажало блоки, их убираю. А вот этот трек играет, он с авторскими правами? Ой, дурак! Машинами не увлекаетесь, да, вы? Нет тяги, да? Нет. Ну, в смысле, не воете ничего, да? Я же этому рыжему сказала никому телефон не давать. Да он не хотел, он до последнего не хотел, но мы уж... Я настоял и решили так коллегиально, что дальше меня никому номер этот не уйдет. Я свое слово сдержу, так что не беспокойтесь, все нормально будет. Че вы на этом ютубе сидите так все? Ну, просто, как сказать вам, Тамара, YouTube сейчас, он идет на смену телевидению уже, если раньше, года 3 назад еще это так просто в шутку говорили, то сейчас уже на самом деле так. И, например, не знаю, как с чем сравнить, если какой-то есть по телевизору там сериалы, там какие-то там бригаду там раньше показывали, вот встречаешь где-то актера, там какого там, космоса этого, там, о, здорово, там, чё, как дела, давай, там, забухаем, ещё там, там, а он вообще интеллигентный человек, он вообще не такой, как, ну, как по телевизору, как ты его привык видеть, ну, максимум, там, фотография, там, что-то распишется тебе, и всё, то есть, он совсем другой человек, а тут, допустим, я приехал в гости к людям, я их смотрел, и я оказался прямо у них в событиях, в их, то есть то же самое, что я бы там в бригаде с ними там на разборки ездил, на какие-то по их делам там. То есть интеграция полнейшая. Вот не знаю, мне прям понравилось это все. Так что смотрите, и вам тоже, наверное, понравится. Ладно, переворачиваемся. Так, сейчас камера, наверное, разрядится. Ну вот такая история получилась, ребят. Кстати, классная идея получилась с массажем, потому что в дальней дороге как бы где-то уже поясница начинает побаливать, где-то еще что-то, кровь разогнать, это, как говорится, всегда приветствуется. Вы же согласны со мной? Пишите мнение в комментариях.